среди всех глобальных проблем, гражданских войн, финансовых кризисов, терроризма, появляется совершенно новая угроза – боевые коты. Нам было слишком трудно сопротивляться, потому что эти коты слишком милые. Мы бессильны перед их правлением, мы не можем остановить их легион. Подумать об этом, кошки уже заполонили интернет. У нас есть лучшие системы информационных технологий, и используйте их, чтобы посмотреть на кошек. Кстати, разработчик этих Battle Cats дал интервью по телевидению. Дело было так. Почему новое оружие кот? Потому что я люблю кошек. Ты серьезно? Я просто прочитал то, что написал. Это ужасно. Так ужасно. Я забыл, насколько плохо я писал. Моя самая большая ошибка была... Я не знаю, кому пишу. Я помню свое детство. Я хотел стать игроком высшей лиги. Сейчас. Теперь я хочу стать миллионером. Генеральным директором службы социальных сетей. Я имею в виду, если у тебя есть деньги, тебе нужна любовь, верно? Да, нет. Каким бы ни был ответ, я хочу сказать тебе одно. Боевые коты не так уж и плохи. Вот и все. Здравствуйте, с вами Рома, и сегодня мы сыграем The Battle Cats. Это игра про котов, разных котов, ну и мне интересно, что это за игра про котов, и там, по-моему, надо жестко сражаться, поэтому давайте начнем. Корея. Давай. Начнем батл. Ага. 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 Какой музон! Тун-т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 ун. Так, собака. Это не оскорбление, но пусть будет для тебя оскорблением. Давай, мой воин! Сделай из него шаурму, давай. Два! Как тебе такое? Их теперь два. Их теперь три. А давай докупим до 80, прокачаем уровень золота. О, хорошо. Хавайте их. Они заслуживают этого. Не знаю зачем. Давай. Еще. Тут песня огонь. Прям зашибись. Это атака, да? А ну-ка. Ну, она нужна, если нас прям будет душить. Давай еще. Мочи! Еще, давай, прошел. Давай! Почти, давайте. О! Ага. Ага. Открыли. Ага. Пом-пом-пом-пом. Я что получаю? Это что такое? Рекламы куча, уберись. Давайте в шоп зайдем. Прокачать. Не знаю. А можно новых взять или нет? Или это только... Не, не хочу. Ну давай. Нет. Оставим на будущее.
Апгрейды. А как апгрейдить? Я могу так апгрейдить. А можно башню? О, я открыл. Подожди, а я могу? Что это? Надо 1000 накопить, чтобы я прокачал золото, и все. Так, миссии. Неплохо. Ладно, чё, будем тянуть кота за что-нибудь, и мы пойдем сразу в Монголию. Так, чё у нас тут? До сих пор собаки? Мы будем, типа, как собаки и кошки сражаться с друг другом? Но я не против. Вот такой трек просто. Главное не проиграть, их уже тут трое. Чем они ближе ко мне, тем больше будет. Опа. А это кто? Змея? Вот это не понял. Чё за змеюка? Мутусик! Так, давайте прокачаемся, а потом возьмем этого большого. Хотя они и так нормально справляются. Ехать! Вот это кот-баскетболист! Он, наверное, жесткий. Не, я еще не буду. Так. Иди, второй! Все, вам попа. Да. Это получается у меня великаны какие-то большие. Еще. Давайте левел прокачаем. Хотя не знаю зачем, они уже скоро проиграют. Мочи. Давай, еще, еще, еще. Все. Изи, изи игра. Изи выиграли. Просто они... Коты... Кошки, коты. Нельзя сравнить такое. А, ты не прекратишь? Ты не прекратишь? О, 1000. Я ж хотел накопить на 1000. Так. Давай. Хорошо. А можно кого-то взять еще? Энергия. Давай. Не, мне не нужно. Так, давай прокачаем. У нас часто они, поэтому давайте их прокачаем. На длинного еще останется время. Так, что у нас? Чайна или Китай? Мы захватываем всю землю, я понял. А где? А во. Расстояние дольше. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот идут, а? Уже идут. Ладно, давайте подождем. Знаете, главное это стратегия. Будем ждать. Сейчас выкатим много кого. Блин. О, уже пошли. Сейчас мы тут всех одолеем по-быстрому. А, перезарядка большая. Ладно, пусть идет этот сначала. Пусть он поможет своим братьям меньшим. Меньше в прямом смысле прям даже. На! А радиус увеличился от этой атаки, которая будет стрелять в моя башня? Или нет? Я не знаю. Нет, он не дошел бы. Ладно, это будем учитывать в дальнейшем. Все, наверное. Давай еще. Они уже не успеют. На еще тебе помощника. Идут мои воины, вот. Они, конечно, коты лбом бьются, конечно, им, наверное, больно. Все, идите, 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 идите. Убивайте, там, сносите. Ехать. Вот что значит пришли в Китай кошки. А почему вот у нас кошки, все кошки, а у них змея? У нас коты все, а у них, например, змея. О, новый кот. А ну-ка.
Опа. Сразу его улучшим на всякий случай. И его. Потом будем улучшать остальное. Погнали. И мы его даже проверим. Так. Таиланд. Начнем. Интересная игра. Не, мне больше нравится здесь музыка. Это капец какой-то. Ну, послушайте, это что? Пам-п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 ам. Идет сразу. Пам-п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 ам
Ладно. Опа! Это лесоруб или кто это? Капец, у него топор, он жесткий. Давай, мочи, 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 мочи. Это что такое? Я надеюсь, вы не проиграете этой мелкотне. Ехать! Уйди, уйди. Эта бойня должна быть легендарной. И все? Блин, эти мелкие какие-то слишком жесткие. Давай, иди второй. Что? Что происходит? Хорошо. Хорошо, я понял. Мне надо качать вот это, чтобы у меня больше золота накапливалось. Не, все, они проиграли. Даже эти мелкие козявки не могут. Я еще раз спрашиваю, почему у меня все коты, а у них не все собаки? Им помогает змея, человечки. Наверное, это там. Много кто нападает. О! О! Ого! Ничего себе. Сейчас давайте тогда золото улучшим для начала. Вот это. И... валит. Давай прокачаем еще вот этих. Так. Давай этого. И давайте пушку, может быть, на всякий случай. Энергии больше. Хорошо. Давайте начнем. Камбодия. Я не помню, что это за страна такая. Пам-пам. Вообще не помню. Блин, надо прокачиваться было сразу. Ладно. Ясно, хорошо. Но то, что мы близко, это очень плохо для нас всех. Вот если мы будем ближе к друг другу, это не значит, что хорошо. Ладно, мы прокачали себя до таком какого-то уровня. Но все же. Мы будем сдерживать. Я хочу посмотреть на вот эту. Кошечный взрыв. Иди. Длинный. Шпала. Получается, кашкапала. Иди. Кашкапала, иди. Так. Надо еще одного кашкапала. О! Если они прорвутся, я могу их убить. Нет. Они хорошо держат оборону. Ладно. Сейчас. Идет ваше спасение. Сейчас этот лесоруб кот все покажет. Давай, гаси. Лесорубы молодец и кошка шпала. Давай еще кошка шпалу. О, как раз. Надо еще подкрепление. Еще подкрепление. О, еще один сейчас будет. А давай прокачаем, чтобы быстрее было. Давай. Теперь быстрее будет. Давай. Я сразу второго пущу, потому что лесник, он мощный, он вообще такой жесткий. Ой, ему все нипочем. Ему там, не знаю, только дай топор, он уже гасит. Вот, все. Мы благодаря ему так вырываемся вперед, только благодаря ему. Так, давай апгрейдим. И хихи. Так, что мы можем улучшить?
Давайте энергию, как я и говорил. Здоровье. Давай, на всякий случай. Так, черж. Давай вот это за 500-ку. И вот это. И все пока что. А, хп больше у них. И энергии. Ладно. Всем спасибо, что посмотрели. Благодарю. На сегодня пока что все. Может, мы продолжим в следующий раз. Но всем спасибо, всем пока и удачи!